Эх, течет речечка по песочечку, золотишко моет. Молодой жулик, начальничка молит. Эх, Галина Батьковна, ложились бы вы спать. Супруг не скоро приедет. Откуда ты знаешь? Военная тайна. Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти до дому. Смотри, командиру скажу. И не скажете, и не скажете. У вас душа добрая. И вот что я вас попрошу. Помните, что сказал разбойник, распятый на Голгофском кресте? Нет, не помню. Не остави нас, Господи, своей милостью, егда приидеши в царствие твое. Что тебе нужно, Манжус? Когда супруг ваш полком или дивизией командовать будет, шепните, чтоб батальон мне поручил. Я не вмешиваюсь в его дела. Век за вас молиться буду. Все грехи с вас сниму. Ну ладно, ладно. Эскадрон смирно! Шашки на голову! Рысью! Марш-марш! Эх, Галина Батьковна, да я же для вас верным псом буду. Скажи, Манжус, как погибли те двое новеньких? Подстрелили в карауле. А кто подстрелил? Странный вопрос. Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти до дому. Та-да-да, та-да-да, та-да-да.